Друзья, всем привет, с вами как всегда Артем Остапов, добро пожаловать на мой YouTube канал. В сегодняшнем видео вы увидите, как прошли мы выездные тренировки в Таллине, которые я организовывал с 28 октября по 1 ноября. Желаю всем приятного просмотра. Ну что, друзья, очередной тренировочный день в Таллине. Сейчас направляемся в Ерукеску за едой и после этого, как обычно, в скейт-парк. Сейчас мы встретим ребят помладше, кто живет с родителями, возьмем продуктов, возьмем такси и направимся в скейт-парк. На самом деле, нам очень везет с погодой. В Санкт-Петербурге сейчас снег, у нас плюс 3, плюс 4, плюс 5, и все время солнце. Два дня вообще сухо, мы смогли на самокатах передвигаться, и сейчас тоже, видите, солнышко, очень хорошая погода. Я так сильно нахваливал сегодняшнюю погоду, что все хорошо, солнышко. В итоге, как только мы зашли, прошло 7 минут и пошел дождь. Ну, внутри поприятнее. Это однозначно город прогресса. Все время, когда мы приезжаем сюда, ребята учат минимум по 2, 3, а то и по 5 и по 10 трюков. Ну что, друзья, очередной день в Таллине. Сейчас направляюсь в самокат-магазин купить браслетов, наклеек, кому нужны колеса, кому нужна рулевая. Так что сейчас зайдем и купим все, что нам нужно.
купили запчастей, вызвали такси и сейчас направимся в скейт-парк. Все, мы сели в такси. Ребят, пристегиваемся. Ага, вот. Идем в зону, где маленький квотер, будем вкатывать свифтов. Четко остался ноу-фуд. Серафим и Максим, предлагаю вам сейчас сделать тейлвип на вот этот вылет. Готовы? Да. Погнали. Переместили в зону, где пирамидка. Сейчас будем перелетать с фанеры на бетон. Ребят, погнали! Ну что, друзья, очередной в день Таллине. Сейчас направляемся в Вирукескус, чтобы купить покушать и взять с собой в скейт-парк. И, соответственно, встретить еще ребят, которые живут отдельно. То есть у меня есть ребята, которые живут со мной, а есть те, кто живут с родителями. Но они обычно помладше, и мы сейчас все встретимся и возьмем такси и поедем в скейт-парк. Ну что, мы немножко разогрелись на памп-треке. Сейчас перемещаемся в стрит-зоны, будем отрабатывать фейки и скольжение.
меняем сейчас зону, идем в зону, где пулы. Итак, мы с ребятами переместились на степ-ап, сейчас закажу им трюков. Дань, заказываю тебе 2 барспина. Стас, кирлис на вип и Егор 3 барспина. Погнали. Друзья, так получилось, что в дату моего выезда здесь оказался мой ученик Леонид Арбатский. Леонид, привет. Всем привет. Я хочу увидеть тебя пару трюков на камеру. Готов? Окей, да, давай. Погнали. Очередной тренировочный день подходит к концу. Сейчас мы снова идем в 3 дракона, где хорошо проведем время и вкусно покушаем. Не клюет Серафим? Да вообще. Ты типа лови его и прожимай до конца. Ну что, друзья, заключительный день в Таллине. Сейчас вам покажу квартиру, я зову вам ее показать. Итак, здесь у нас гостиная и кухня. Дальше опять кухня. Еще, да, диванчик. У нас даже турник есть. Одна комната, вторая комната. Следующая большая комната. Тут также есть умывальник. Еще одна комната. Также есть кровать наверху. Также вот туалет и сауна. Для всех, кто едет со мной тренироваться, я выбираю самое лучшее жилье. Ну что, вот мы в скейт-парке, встали с утра пораньше, пока все ребята спят, мои ребята тренируются. Парк на самом деле сейчас практически пустой, здесь на силу... А, здесь только мои ребята, больше никого нет. Еще один новый трюк остался. Отлично. Будем наблюдать, как Стас поставит свой первый бэкфлип. Стас, давай. Почти, отлично. Первая попытка на резину. Давай. Сейчас точно сделаю. Да! Отлично. Поздравляю тебя!
давай 5. Yeah. Что могу сказать? Это Таллин. Супер, давай еще раз 5. Ну что, друзья, долгожданный конкурс на памп-треке. Собрались самые юные участники. Так, представься. Максим. Сим. Серафим. Рома. Дима. Марат. Отлично, сейчас будем начинать. Первым будет Рома, потом будет Максим, потом будет Серафим, потом Дима и потом будет Марат. Ребят, у вас одна попытка, которая идет, соответственно, в зачет. Используем мы внешний круг и, соответственно, стартуем мы отсюда. И финиш у нас вот здесь. Тут. Что, все готовы? Да, да. Отлично. Так, готов? Да. На счет три. Раз, два, три. Отлично, уже 12, 13. Рома, давай, давай, давай. 18.01. Следующий у нас Максим. Максим, готов? Да. Давай. Раз, два, три. Я хочу шкурку, я хочу шкурку. Давай, 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 давай. 18.74. У Ром пока лучшее время. Следующий у нас Серафим. Серафим, ты готов? Отлично. На счет три. Раз, два, три. 17.55. Отлично. Серафима лучшее время. Отлично. Так, секундочку. Давай пять. Следующий у нас Дима. Дима, ты готов? Нет. Не готов? Ну, тогда стартуем. Отлично. Раз, два, три. 20-29. Ну ничего, для первого раза неплохо, потому что у нас сейчас получается Рома, Дима и Серафим здесь первый раз. Я прав. А, и Марат у нас первый раз. И как раз сейчас будет Марат. Ну что, Марат, ты готов? Смотри, у Ромы пока лучшее время. А, у Серафима у нас сейчас лучшее время. 17.55. Давай. Ты готов его улучшить? Да. Отлично. На счет три, подожди секунду. Раз, два, три. Так. Давай, давай, давай. Пока не знаю, пока время идет. 18.37. Отлично. Ну что, в этом сражении побеждает Серафим. Ну что, долгожданное награждение. Серафим, я тебя поздравляю, ты показал лучшее время, и ты получаешь от меня... Так, секунду. Рукопожатие. Рукопожатие. Рукопожатие, да. Ты получаешь новую шкурку. Я так и знал. Все остальные, кто участвует, получают у меня также утешительные призы. Эти к пандемониум, да. Тебе? Держи. Спасибо. Можно мне одну? Держи. Спасибо. Так, три стикера с потов Таллин получаешь. Круто. Держи. Итак, сейчас будет конкурс для ребят постарше. Мы уже разыграли. Первым будет Егор, вторым будет Даня, затем Леша и затем Стас. Ну что, ребят, вы готовы? Да! Первый Егор. На самом деле Егор у вас является рекордсменом этой трассы, он каждый раз практически выигрывает, и где-то здесь будет вот его лучшее время за предыдущую поездку. Егор, ты готов? Да. На счет три. Раз, два, три. Отлично. Ну, здесь совсем другая скорость, как вы видите. Давай, давай, давай. 15.06. Мне почему-то кажется, что ты улучшил свой результат, потому что до этого у тебя было, по-моему, 15.8. Я потом посмотрю. Следующий у нас Даня. Дань, ты готов? Да. Раз, два, три. 16.2. Следующий у нас Леша. Леш, ты готов? Нет. Отлично. Раз, два, три. Давай, давай, давай. 16.58. Неплохо. Итак, заключительный участник Стас. Стас, ты готов? Да. Отлично. Ну, хоть кто-то сегодня готов. Раз, два, три. Давай, 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 поднажми. Блин. 15.52. Да, у Егора опять лучшее время 15.06. Егор, я тебя снова поздравляю. Сейчас я тебе вручу твой приз. Давай опять. Егор, ты занял первое место, и ты получаешь от меня брелок для ключей Блант. Спасибо. Поздравляю. Все остальные также получают решительный приз, а именно набор наклеек. Спасибо. Все. Спасибо. Ну все, ребят, большие молодцы, я вас поздравляю. Идем переодеваться и отдыхать.
Ну что, друзья, как и так прошли мы выездные тренировки в Таллине. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Следующий мой выезд пройдет с 6 по 10 января. Если у вас есть желание присоединиться, напишите мне ВКонтакте или в Инстаграме. Я пришлю вам всю актуальную информацию по моему ближайшему выезду. Обращаю ваше внимание, что возможны разные варианты. Вы можете поехать со мной на автобусе, жить в апартаментах со всеми ребятами и тренироваться каждый день. Также вы можете поехать отдельно с родителями и присоединяться исключительно на тренировки. И, возможно, такой вариант, если, например, вы из Таллина, вы можете приехать в Центр спорта в Таллин и присоединиться ко всем тренирующимся. Мои тренировки в Центре спорта в Таллин проходят каждый день. Ну что, ребят, это видео подходит к концу. С вами был, как всегда, Артём Остапов. До скорой встречи в Таллине. Всем пока!